Друзья, всем привет! Новая серия видео-дневника, новый сюжет из жизни моей приютнинской в 2021 году. Так, значит, смотрите, тут есть у нас собака бешеная, зовут ее Марфа. Марфушка-душка, да? Или как это? Марфушечка-душечка. Собакен. Лето в самом разгаре, вы видите, какой густой подшерсток у нее, да, у Марфы. Она у нас собака меховая. Вот. Надо бы Марфу подстричь. Она, вон, видите, хвостиком виляет. Уже вся готовая, да, к этому делу. У меня уже есть видео. Год назад я снимал этот процесс, да, стрижки собаки. Друзья, всем привет! Хотел бы сегодня записать видео, в котором буду показывать, как я стригу собаку. Нашу, Марфа, имя ее. Иди сюда, Марфушек. Ой, наступило лето. Ох, а собака, вы видите, какая волосатая. Хотел бы сегодня тоже заснять, да? Как буду стричь эту очаровательную собаку. Чувствую... Стричься она будет долго. Ну, закладываем примерно час-полтора-два. То есть, ориентировочно. Видео будет на ускорении, ребятки. Кому будет интересно, смотрите. Приятного вам просмотра. Ну, а тем, кто кушает сейчас, я желаю вместе с Марфой приятного аппетита. Еще у нас там кошка бегает, видите? Точнее, ходит. Так, в Калмыкии сейчас... Где-то плюс 22 ориентировочно. Время 4:30 утра. День только-только начинается. Сейчас ставим камеру на штатив. Стол готов. Ножницы готовы. Ведро для сбора шерсти готово. Марфин, ты где? Пациент готов. Мы начинаем КВН. Вперед. Марфушек в позе свечи стоит, вся готовая к стрижке. Thank you.
Так, все. Марфушек полностью подстрижен, да, пес? Ой, Марфень, ну ты скажи, что я все, подстриженная бешеная собака. О, красивая, да? О. Ну что, официально лето началось, Марфень? Да? Собакен. Все. Эх, беги. Фу. Ну, покажись-ка. Так, собака. Ух. Марфа. Марфушек. Подстриженная собака. Красота. Давай, 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 круги нарезать. Ух. Смотрите, сколько получилось шерсти. Ну так, где-то треть, четверть ведра. Вот она, собачья шерсть Марфушика. Можно пояс связать для этого, для поясницы. Радикулита, да, кто, для тех, кто страдает. Маме скажу, чтобы она это, шерсть не выкидывала, а куда-нибудь в банку в стеклянную положила. Ну и так, глядишь, за 2-3 года можно на полноценный такой пояс и собрать шерсть. А то и на носки даже. Почему нет? Кошка, значит, тут лежала и за всем этим делом наблюдала. Ой, котеночек. Бусинидзе. Марфей, ну как тебе? С новой стрижкой. Хорошо? Собака бешеная. Вот. Ну и на этом все, ребята. Если видео вам понравилось, ставьте палец большой вверх. На канал подписывайтесь. Жмите кнопку колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Напишите комментарий, что вы думаете по поводу вот стиля, да, собаки. Как вам стрижка ее, нравится, не нравится? Расскажите про свой опыт стрижки собак. Может быть, он чем-то отличается от моего опыта, да? Может быть, у вас технология стрижки абсолютно другая, там, машинкой стрижете, либо ножницами маникюрными. Вот, будет интересно узнать ваше мнение в любом случае. Видите, у нас вот кошки, собаки живут дружно, любят даже поиграться. Угу. Ну и на этом все. Я желаю вам удачных инвестиций, приятных накоплений, взаимопониманий с вашими питомцами, вот этими бешеными, да. И всех благ. До скорых встреч. Аривидерчи. Дзынь.